Доброе утро, Антоха! Дети идут на улицу. А что вы ищете? А у тебя есть гипс? Гипс? Нету. А зачем или тебе? Или хотя бы такая тонкая, как сеточка. А зачем тебе? Ну, я хочу сделать небольшой такой, как, типа, фильтр. А, я не знаю, гипс нужен? Разве? Ну, не гипс, а этот бинт. А, бинт-то есть. Можешь квадратик отрезать? Могу. Доброго утра! В общем, у нас день начинается с 10 часов. Я только привела себя в порядок, переоделась и буду готовить обед. На улице похолодало. Прям так конкретно, всего лишь 10 градусов показывает. И сильный ветер, то есть очень холодно. Ну ничего страшного, мы не унываем. Главное, чтобы была хорошая погода в доме. Вот сейчас буду на обед готовить зеленый борщик. Вот уже варится у меня бульон с домашней курочки. Первый бульон я вылила в раковину. А вот, а на втором сейчас варю. И пойду сейчас еще защавлю. Здесь уже картошечка варится, курицу достала, посолила, поперчила, натерла на нашей новой, ну не новой, хорошо забытой старой супертерке морковку и свеклу, все вместе, лук, здесь чесночок, а вот куча-куча зелени, сейчас все отберу, что нужно для борщика, все остальное в морозилку, потому что все-таки холода, я думаю, уже не отступят, и надо заморозить зелени на зиму. Все, я всех обедом накормила, сейчас иду снимать белье, а потом буду еще развешивать. У нас тут прям осень. Сейчас все поснимаю, развешу, зато при таком ветре все быстро сохнет, вообще прям быстро. Я уже готовлю рагу, у меня какой-то сегодня супер день. В плане того, что сегодня еще и танцы у Антохи были. Сейчас рагу доготовится. Здесь курица, кабачок, морковка, лук, болгарский перец из морозилки. В общем, сейчас все это потушится. Будем ужинать. Сегодня, в общем, и танцы еще были. И психую, вот не знаю, почему, когда каникулы, то есть, естественно, все дома. Мне нужно готовить по два раза есть. Мне это иногда смущает, потому что все равно одной кастрюльки борща нам маловато, когда все дома. И иногда злюсь на детей, что так, ну, я сама себе в голове понимаю, что этого не нужно делать, что это только дети, и они не могут видеть, там ой, валяются шорты, что нужно их сразу побежать там и убрать. Вот, вот сейчас опять валяются штаны, вот как бы вот такие вот мелочи, но меня это немножко подраздражает, я начинаю психовать, себя успокаивать, так что какое-то у меня сегодня нервное состояние, я психую, в общем. Фу, ну все нормально, все хорошо, я понимаю, что это дети, тем более это мальчики, и ну все равно хочется чего-то такого, не по стойке смирно стоять и ничего не делать, но некого такого понимания друг друга, а мне кажется, что мы иногда не понимаем друг друга в некоторых ситуациях. В общем, вот такие вот у меня какие-то мысли по этому поводу, по поводу воспитания. Вот, сложно. Дети растут, особенно Гришка, они уже могут и отгавкиваться. В общем, это такое вот... Не знаешь, как себя правильно вести. Хочется уже в этом возрасте быть друзьями, а не орать все время и превращаться в какую-то истерическую мамашу. Поэтому как-то нужно перестраиваться, и не знаю, как себя вести. У кого там взрослые дети, подскажите. Ну, я считаю, уже 9,5, скоро 10 лет, уже достаточно взрослые, и достаточно... Ну, я не говорю, что это будет какая-то субординация, должна быть мама и ребенок, но все же это уже не тот ребенок, не тот Афоня, которого взять на руки, там, поставить в угол или там еще что-то. Здесь уже какие-то именно такие ниточки, которые между мамой и ребенком есть. Вот как-то вот так вот. Тут еще соревнования и в Ростове. У нас помимо того, что эта суббота,
супер-пупер интересное. На следующие выходные соревнования в Ростове по карате. Я вот не знаю, ехать нам или не ехать. Ну, вернее, я сказала тренеру, что мы поедем, а сегодня уже сомневаюсь. Вот. В общем, какие-то такие у меня мысли вслух, разговор сам с собой. Хотела бы высказать все, но я понимаю, что на камеру этого делать не нужно, и не нужно многим знать то, что у меня в голове. А тем временем рагу тушится, мой любимый соус этот, немного томатной пасты, немного сметаны. И все, сейчас немножечко потушится, и буду выключать, добавлю зелень и чесночок. Сейчас поеду за Афоней. Собралась тут, иду с проверкой к моему маляру. А, Сереня уже все закончил. Везде забор. И снутри, и снаружи. Уже вот там, вот на том дворе. Вон, с детьми. Ну что, скажите, красота? Васильковый цвет? Ну, лучше, чем было. Вот как я бы сказала, мне до сих пор... Я не люблю темные заборы просто, поэтому мне не нравится. А, еще даже белый не докрасил. Вот три этих. Я за Афоней, у меня сегодня космос. Клевый, да? Я балдею. Вот, очень замечательно, мне кажется, когда вещи доставляют удовольствие. Тут еще цветы цветут. Хаба. И вот еще розовые. Фоня, нет, мы домой, папочка тебя ждет. Пошли. Зоя Степановна тоже домой с папой. Я Фоня домой с мамой. А Фоня, ну-ка посмотри на меня. Завтра пятница, можешь там поночевать. Будешь ночевать? Или нет? Только с крестным договорись.